В Одессе всегда любили искусство. Одесский депутат, который по декларациям всю жизнь ездит на скромной машине, превращает свой так называемый садовый домик в копию оперного театра. Как бы ни начал переманивать играть артистов к себе на частные и скромные оперные и балетные спектакли. Остановка на первой станции Лиздорской дороги вся в мусоре. Коммунальщики убирать не спешат, люди тоже. Ведь у нас в стране все знают, сделаешь за другого один раз, будешь делать всю жизнь. День защиты детей – это праздник галактических масштабов. Убедиться, что юных одесситов никто не обижает, прилетели герои «Звездных войн». Все в восторге друг от друга. На 14-й станции Фонтана началась непонятная стройка. Делают, конечно, красиво, но после таких ремонтов обычно без денег на пляж не пройдешь. День защиты детей – это не повод нарушать закон. В Измаиле задержали двух несовершеннолетних воров. Такие вот подарки для родителей.